Как представить канал чувств? Я бы его представила не канал, а представила как камушек, который падает в воду, и по воде идут круги. Да, вот камушек падает в воду — это какой-то факт, который произошел. И дальше круги — это ваш эмоциональный отклик на тот или иной факт, который в жизни есть. И вот эти круги — это, собственно, вот те эмоциональные волны, которые мы излучаем. Например, когда мы говорим, что человек испытывает эмоции высоковибрационные, то есть принятие, радость, спокойствие, доверие, благодарность даже. Благодарность — это та эмоция, которая имеет самый высокий диапазон вибраций. И когда мы вот в этих эмоциях живем, то, соответственно, диапазон вибраций, он, ну, один. И на эти вибрации определенные события формируются, да, потому что вот эти наши вибрации как раз и есть тот магнит, на который мы притягиваем обстоятельства, события, отношения, материальный достаток и так далее, да, то есть вот эти вот волны, они являются причиной всего того, что с нами происходит, а причиной этих волн являемся мы сами со своим мышлением.